кто умеет работать с клеевым пистолетом. Изготовление поделки к празднику «День космонавтики» – история вполне привычная. Модернизировать эту историю решили члены местного отделения молодой гвардии «Единой России». Они предложили ученикам 3 класса Яхромской школы номер 1 изготовить поделку из пластмассовых крышек. В рамках экологического проекта «Сдавайся», который мы реализуем уже 3-й год в Дмитровском округе, мы встречаемся с нашими ребятами, учениками школ, детских садов, проводим с ними творческие мастер-классы, делаем различные поделки. Сегодня мы в 1-й Яхромской школе делаем космические ракеты, планеты, звезды и все, что связано с Днем космонавтики, который проходит 12 апреля. Детям выдали все необходимое. Им оставалось лишь включить свою фантазию и создать оригинальную тематическую поделку. Что у вас в итоге получится? Это планета Земля. Наша планета Земля. А что вы сейчас делаете? Вы выкладываете сначала, а потом клеите? Или как? Какая у вас тактика? Ну, мы сначала выкладываем, а потом понемногу будем клеить. Какой-то желтый? Да, можно. Какие вы крышечки используете цветом? Синий. Синий – это что? Синий – это море. Вода. Еще какие крышечки? Зеленая – это земля. Кирилл, а расскажи, пожалуйста, вообще тебе идея вот поделки из крыши, как она тебе? Ну, нормально. Ты делал когда-нибудь такое? Нет. Процесс сложный вообще? Ну, да. Немного сложно. Дети были ограничены во времени, поэтому старались все успеть и не подвести свою команду. Вовлеченность в творческий процесс была 100%. Кристина, расскажи, пожалуйста, а какая поделка будет у вас? Что в итоге получится? Мы делаем ракету. Ракету? Почему выбрали именно ракету? Не знаю, нам кажется, что это ассоциируется с космосом. Ну, тебе не кажется, это действительно ассоциируется с космосом? Я смотрю, у тебя в руках, как это называется вот это? Клей-пистолет. Клей-пистолет. Сложно работать с ним? Да. Так, покажи, как это делается, смотри. Это, я так понимаю, макушка у тебя в руках? Да. А скажи, вообще сама идея тебе поделки из крышек, как тебе? Хорошая. А ты дом крышки собираешь? Да. Молодец. Ну, это может быть вот так. О, шикарно. На таких встречах мы с ребятами еще раз касаемся темы сортировки вторсырья. Они видят, что это вторсырье собрали они в контейнеры, которые стоят в их школе. А также, помимо экологического подтекста, это подтекст образовательный. Это мелкая моторика рук, творческое мышление, умение работать в команде. В целом получился полезный урок. И про переработку вторсырья поговорили, и оригинальную поделку ко Дню космонавтики сделали.